Погода в начале марта весьма переменчива. Все ждут тепла и по-настоящему весенних температур. А каких сюрпризов ждать от госпожи погоды в ближайшую неделю, узнали наши корреспонденты. По прогнозам Тверского гидрометцентра, на этой неделе ожидается неустойчивая погода. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до минусовых значений. Минимальная температура минус 10 градусов Цельсия в ночные часы. А днем температура будет подниматься до нуля или слабого плюса. Максимально до плюс 5 градусов Цельсия. Ветер с южных направлений сменится на северные. Будет проходить вот сегодня, завтра в ночь холодный атмосферный фронт. Осадков особо он нам никаких не даст, можно сказать, преимущественно без осадков. Но температура воздуха постепенно начнет понижаться. Мы окажемся под влиянием поля повышенного давления. Но во второй половине недели повышенное атмосферное давление начнет постепенно снижаться с 759 до 755 миллиметров ртутного столба. Станет ли теплее к долгожданным праздничным выходным? Есть вероятность того, что при прохождении очередного атмосферного фронта будет побольше облачности, местами может быть небольшой снежок, и температура воздуха чуть-чуть повысится, но все равно не так жарко. Основной фон температуры где-то минус 3, минус 8, но и дневные температуры, ну, скажем так, плюс 4, минус 1 градус. Температура с конца февраля и начала марта в этом году выше нормы на 5-8 градусов. Влажность воздуха останется высокой, до 90%. Ветер преимущественно с северных направлений от 2 до 10 метров в секунду. Как утверждают специалисты, переменчивость погоды в этот период времени абсолютно нормальное явление.